Википедию не смотрел, я поговорил с людьми, которые туда позвонили и уточнили, конкретно на кого было бомбометание. На салафитскую группировку. Точка. Это первое. Второе. Но я понимаю, что у тебя Википедия источник, у меня другие. Значит, Хомс контролирует на сегодняшний день не сирийская свободная армия. Это у тебя Википедия устарела, черт тебя знает на сколько времени. Нету сирийской свободной армии. Забудьте это словосочетание. Тю-тю. Кончилась эта группировка. Последовательно исчезла с карты Сирии. ИГИЛ Хомса есть? Подожди, есть. Теперь. Сирий, ты мне про сирийскую свободную армию, да, ты же их спасал. Часть ее частично перешли на сторону Асада. Частично вышли из боевых действий, сдав оружие. Частично уничтожены боевиками Исламского государства и, что существенно, Аль-Каиды, Джабхат-ан-Нусра, а также братья-мусульманы. Их нету, это все прошлое. И то, что эти ребята, которые честно воевали против Асада, в какой-то момент, столкнувшись с исламистами, которые сегодня составляют, может, 90, может, 95% боевиков, переходят отрядами на его сторону, говорит очень о многом. Они не потому, что Асада полюбили, а потому, что они поняли, что придет ему на смену. Первое. Второе.